Всем привет! Вы на канале «Кухня без фанатизма» с Мариной Черновой. Сегодня я приготовлю действительно вкусную овсяную кашу, которая понравится всем. Для этого нам потребуется овсяные хлопья «Геркулес», которые нужно варить 3-5 минут. Обязательно они должны быть в коробке, а не в мягкой упаковке. Чтобы зерно, овсянка была крупная, одна к одной, не мучнистая. Сахар. Соль, сливочное масло, яблоко и изюм. Берем 2 стакана воды, наливаем в кастрюльку, доводим до кипения. И добавляем туда 1 стакан геркулеса. Обязательно в кипящую воду. Перемешиваем и доводим все это до кипения. Яблоко чистим от сердцевины. Удаляем сердцевину и нарезаем на кубики. Вот яблоки от сердцевины мы очистили. Теперь режем кубиком. Сначала на пластинке, потом на кубик. Вот каша наша кипит. Добавляем мы туда яблоки и изюм. Перемешиваем, подсаливаем. Только подсаливаем, сахар не кладем. Варим мы нашу кашу от момента закипания, еще до яблок, ровно 5 минут. Вот 5 минут прошло, кашу перемешиваем. Накрываем крышкой, выключаем, оставляем на 10 минут для разбухания. 10 минут прошло, мы положили нашу кашу на тарелку. Добавляем сливочное масло. Украшаем листочками мяты, ну это у кого есть. Я в огороде сорвала, добавлю. И посыпаю сахаром. Сахаром уже на тарелке посыпаю. Если добавить в процессе варки сахар, то каша будет скользкая, не очень вкусная. Вместо сахара можно использовать мед. Можно посыпать сверху орешками, кому что нравится. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, советы. Будем готовить вместе.